здравствуйте, с вами Андроид. Андроид, сегодня хотел поговорить об аркаде, достаточно веселой, которая называется Top Gear Caravan Crush. Игра на русском языке. Что же мы будем в данной игре делать? Все очень прикольно и интересно реализовано. Нажимаем запуск. Так, вот наш автомобиль. Наша основная задача — запустить, во-первых, его вот таким образом и отпустить. И наш автомобиль взлетает в воздух. Мы можем использовать специальную, так сказать, возможность ехать, которая ускоряет наш автомобиль, чтобы он врезался в землю. И если он попадает именно в другие фургоны, то мы сможем с вами пружинить. Нам постепенно дают различные задания, которые мы с вами проходим, и нам дают специальные, так сказать, монеты игровые, которые позволят нам докупить другие автомобили. Если, допустим, мы касаемся этого воздушного шара, да, который летает, он позволяет нам, так сказать, еще больше пружинить. Помимо этого будут различные динамиты, фургоны с динамитом, которые будут взрываться гораздо больше, и наш, так сказать, вот этот раздолбанный автомобиль взлетит гораздо выше. Очень прикольная игра, очень круто реализована, мне она очень сильно понравилась. Давайте еще разок запустим наш автомобиль, и я вам покажу, какие автомобили еще будут доступны для того, чтобы вы наслаждались данной игрой. Вот так мы подлетаем. Короче, офигенно сделана игра. Вот, наконец-то я иду на рекорд. А, нет, к сожалению, у меня не получилось. Окей, ну давайте посмотрим мастерскую. Заходим в нее. Вот наш основной автомобиль, да. Мы также можем улучшить различные параметры. Вот для этого мы тратим денежки. Вот, допустим, раз, два. Или мы можем купить потом другие автомобили, которые стоят 250 монет. Ну, так как понимаю, присутствует донат в какой-то мере. Да, вот мы можем эти игровые монеты купить. Вот такая еще автомобиль. И вот такой вот. Ну, достаточно, кстати, много. Прикольная, интересная игра. Думаю, затянет. Меня она лично затянула. Думаю, вас тоже. А по поводу плюсов, давайте перейду, какие у данной игры плюсы. Ну, конечно же, прикольная идея. Прикольная графика такая. Короче, офигенная аркадка. Можно, так сказать, поразвлекаться и расслабиться после трудового дня. Что я сейчас и конкретно делаю. Вот такая интересная игра. Минусов я, в принципе, не заметил. Еще плюс, конечно, что она на русском языке. Я поставлю ей твердую четверку. С вами был Андроид и Андроидыч. Играет только в самые лучшие игры, которые я вам советую. Всем пока. До скорых встреч.